Трудно описать, что я чувствовал в тот миг. Я падал с ног от усталости и в то же время не мог сдержать улыбки. Я справился. Я доставил послание Хантера в полис. И теперь судьба моей станции была в руках куда более сильных, чем мои собственные. Я выполнил свою миссию. Это не просто мутанты, поверь мне. Это что-то новое, что-то страшное. Страх. Мы слабы. Что за яма такая непонятная? Ужас. Это конец. Даже если отец и мать ненавидят и бьют чадо свое, чадо любит их и старается понять. Мы любим вас и хотим помочь. О, как черные говорят. Ух ты, что ж... Вперед. Страшная вещь, да? Но на самом деле она не злее, ну, скажем, огня. Все зависит от твоего взгляда. Всегда старайся лучше разобраться в ситуации, прежде чем делать выводы. Теперь пойдем. Тут небезопасно. А вот и полюс. Северный или южный, непонятно. Только. Ми фашистен приехать захватить вашу станцию. Ойма, ты что ли? Повезло тебе, что Иван Петрович тут нет. Он бы твоего юмора не понял. А это кто с тобой? Парнишка с северных границ. Веду его с черной. Ну ладно, проезжайте. Так, ребята тут... упакованы на славу. Огнемет. Пулемет. И даже пушка. Да. Побольше полюс, чем ВДНХ. Простор. Сейчас мы прибудем к мельнику и посмотрим, что будет дальше. Ладно, пошли. Как скажешь. Сижу за решеткой в темнице сырой. Так, мы куда-то на сортировочный пункт пришли. Добро пожаловать в полис, капитан Краснов. Вы к нам издалека, да, молодой человек? Откуда именно? Он с ВДНХ. Что же он сам говорить не может? Слушай, капитан, парень впервые в полисе. Тебе лучше не знать, через что он прошел, чтобы донести послание Хантера мельнику. Так что давай без этой твоей фигни. Ладно, ладно, переодевайся. Вот одежда. Вы можете оставить свою амуницию тут, ничего с ней не случится. Ты передохни пока, Артем, а я разыщу мельника. Надеюсь, он не на задании. Да, Ульман, и не забудь поскрести себе спинку в химическом душе. Нужно деактивироваться. Не забуду, не забуду. Забудешь с тобой, как же. А то смотри, двухголовые детишки родятся. А я пока займусь вот этим. Здорово. Выбрать. Так, продать. А. Это продаем. Это продаем. Это продаем. Пока подождешь. Так, ножи продаем. Острее не найдешь.
ноги можешь ими бить. Кстати, фашисты ее все-таки продаем. Разносит цель в клочья. Бабах! Нет человека и нет. А вот это у нас. Где он? Товарищ полковник, докладываю. Больно. Продать. Там мельник пришел. Но я. Прежде. Бери, бери. Это полезная штука. Парочку оставлю, а вот этого я закуплюсь по полной, потому что дальше мне идти наверх. Вот так. Все. Тебе спасибо. Я мельник. Рассказывай. Патронов не надо. Сюда. Пошли. Сладкого чайку выпьем под названием водочка. Все ясно. Спасибо, что сумел дойти. Это почти подвиг. Я созову срочное собрание. Тебя пригласят на него тоже. И ты им все расскажешь. Обязательно. Все члены совета, пожалуйста, соберитесь в зале заседаний. Повторяю, всем членам совета просьба собраться в зале заседаний. Проводи парня в зал заседаний. Так. Это сигарета. Ну все, пошли. Ну-ка, дай-ка посмотрю. Ух, тут даже рыбалка присутствует. Офигеть. Давай посмотрим, может, что найдем. А, не пойду я искать, пойду сразу сюда. У нас вот как-то тоже было. Давай-ка, пошли в зал заседаний. Что там было, не покажут, покажут только, что времени много прошло. Нам проще, меньше ждать. Невероятно. Артём, не верю, что совет отказался помочь твоей станции. Мне просто стыдно за их трусость. Но Полис еще не все метро. Есть и другие люди, которые встанут на защиту метро от черных. Слушай меня внимательно. Охотники обнаружили сохранившиеся ракетные базы в Московской области. Может, нам удастся привести одну из них в порядок и нанести удар по логову черных. Мои разведчики обнаружили нечто похожее недалеко от ВДНХ. Беда в том, что запустить ракеты можно только из командного центра, который находится где-то в Т-6. Но где, мы не знаем. Но мы хотя бы знаем, где искать информацию об этом. Прямо над полисом, на поверхности, находится гигантская библиотека. Это очень опасное место. Но в ней есть тайный военный архив. Нам нужно туда попасть. Ты поднимешься прямо отсюда. Я пойду вперед. Доберись до входа в библиотеку. Я буду ждать тебя там. Да, и вот еще. Возвращаться мы будем не сюда, а сразу на базу Спарты. Мои люди встретят нас там. Ну что, пойдем искать секретный объект или информацию о нем. Двинули. Вперед.